Гора новостей на первенстве Уфы по волейболу среди девчонок, где собрались самые смелые, ловкие и уверенные девочки. Ко дню рождения волейбола в спортивной школе номер 34 проходит первенство городского округа Уфы среди команд девушек 2010-2011 года рождения. Соревнования идут целых 3 дня. Оказывается, в башкирской столице этот вид спорта весьма популярен. Как попасть на это первенство? Надо для начала много заниматься, слушать тренера, хорошо работать на тренировках. Расскажите про свои позиции. Я центрально блокирующий, ставлю блок, нападаю. Я доигровщик. Доигровщик больше всех нападает в игре из неудобных ситуаций. Я либеро, я все время принимаю сложные подачи и нападения. Я тоже, как и Вика, доигровщик. Я на передней линии играю в четвертой зоне, на задней в шестой зоне. Волейбол – одна из популярнейших спортивных игр. В него играют в каждой российской школе. Правила просты, а чтобы победить в любительской игре, не нужна суперфизическая подготовка и дорогой инвентарь. Кстати, если обратить внимание, то в городах есть общественные волейбольные площадки, где можно оттачивать свое мастерство. Чем крут волейбол? Волейбол крут тем, что у него очень красивые атаки. То, что волейбол он сам по себе красив, тем, что ты красиво можешь атаковать, подавать и даже принимать. Поздравляем победителей! Больше всего призовых мест заняли девчонки спортивной школы номер 34. Что ожидаемо, ведь, как говорится, родные стены помогают. В их копилке 8, 6, 5, 4 и 1 места. Также на пьедестал почета зашли волейболистки из спортивной школы номер 28, у них 7 место. На 3-м месте воспитанница Центра детского творчества «Парус», на 2-м ученица школы номер 109. Поздравляем всех участниц, победить здесь – это высокий уровень. Для того, чтобы так мастерски обращаться с мячом, одних уроков физкультуры будет недостаточно. Поэтому старайтесь, не ленитесь, и любые двери соревнований будут для вас открыты. Айсылу Ганиева из могил Кудакаев специально для «Горы новостей».